Всем привет, друзья, с вами Питер Паркер. Стоп, я слишком вжился в роль. С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Человек-паук в Роблоксе. Игра довольно-таки крутая, это больше ролл-плей. Здесь мы превращаемся в Человечка-паука, подбрасываем сумочку и становимся Человеком-пауком, который охраняет улицы нашего города. Здесь у нас есть переключатель. Давайте посмотрим контроль. На Q мы переключаем... Ага, теперь на кнопочку E мы стреляем паутинкой. Если переключиться на Q, у нас веб-зип... Вау, как прикольненько. Мы цепляемся в любое место, куда направляем мышку. Вот так вот. Так, дальше какой контроль у нас есть? Прыжочек. Прыжочек есть маленький. Если зажать, то прыжочек происходит вот такой вот. Так, что у нас еще есть? На буквочку Т. На букву Т у нас ничего. На F у нас, понимаю, сражение. И на G. А, на Т у нас уворот. Но это надо быть в бою, ребята. На R у нас... Ага, это как игра... О, ребята, это как же на PlayStation игра. Прыгаем, на R зажимаем, и мы, получается, цепляемся за верхушки дома. И пролетаем вот так вот через весь город. Блин, графика реально чудненькая. Смотрите, как прикольно. Ху-ху! Если вы любитель Человека-паука, то эта игрушка прям-таки для вас. Итак, здесь у нас еще одна секретная кнопочка есть. Я ее пока что не нажимал. Нет, мне нравится вот так вот делать. И можно вот так вот. Потом вот так вот. Как же это офигенно. И сделать прыжок еще в полете. Тоже неплохо. И вернуться на крышу. Так, у нас кнопочка Z есть. Это паучье чутье. Я активировал паучье чутье. Что мы с вами видим на карте? Апартаменты паука. Полицейская станция. Пиццерия Джо. Так, давайте мы сходим на свои апартаменты. Посмотрим, что у нас здесь есть интересненького. Так, и опа. Где наш вход? Ага. Вход в апартаменты. Вот это да. Вот это да. Мы, получается, можем менять себе скинчик. А, Человек-паук. Такой Человек-паук. Питер Паркер. Хомо Кинг. А, здесь разные версии. Классический. Тони Старк. Ага. Это, получается, костюмчик от Тони Старка. Это костюм. Домашняя версия, да. Это тканная домашняя версия Питера Паркера. Скарлетт. Кто такой? Скоробей, что ли, походу, какой-то. Ультимейт Спайдермен, это из комиксов. О, симбиот, ребята, это знаете кто? Да, друзья, вы правильно поняли, это Веном. И есть панды Спайдермен PC4 Future Foundation. Ничего себе, это какой-то у нас белый паук. И возвращаемся сюда, стандартный, Unlimited. Вау, еще один, Адан Скарлетт. Боже мой, Ультимейт Спайдермен Питер. Дальше Scarlet Masked. Боже мой, сколько здесь всего. Spider Assassin. Last Stand. Это что такое? Spider Girl. То есть не классический. Нет, я все-таки знаете, кого хочу? Я хочу симбиота взять. Да, я реально Веном. Я реально стал Веномом. Меня захватил Веном. Круто. Так, паучье чутье выключаем. Я ничего не вижу. Нет, давайте мы сходим с вами в полицейский участок. Делаем прыжок. Нажимаем кнопочку R. И полетели. Вот так вот. И прямиком на полицейский участок приземляемся. Можно еще даже ускорить. Итак, мы берем какую-то миссию. Мы нажали старт. Подошли к этому паучку и стартовали миссию. Куда нам нужно теперь идти? Должны где-то появиться стрелочки, я так понимаю. Ну-ка, миссия есть какая-то. Так, я пока что ничего не вижу. Как стартовать миссию? Возможно, где-то внизу у нас есть вход в полицейский участок. Так, двери, зайти не могу. Так, я еще могу по стенкам карабкаться, что ли? И я могу еще застревать в стенах, да? Правильно. А ну-ка, давайте проверим. Да, я могу по стене бежать. Ху-ху! Как это круто! Всегда мечтал научиться бегать по стенам. Всегда хотел стать Человеком-пауком. Нет, здесь, видите, ничего нет, не происходит. Значит, мы с вами идем в пиццерию Джо. Так, что у нас здесь? Войти-то не могу, могу здесь попытаться взять миссию. Ну-ка, давайте мне хотя бы здесь миссию. Слушайте, ребят, какую миссию мне можно взять? На F, на T, на E, на что можно нажать? На ZX, C, W, ASD. Все кнопки нажал, все кнопки. Я могу сейчас стрелять. Смотри, ну-ка, давай, Человек-паук, слушай, давай сражаться. Могу с тобой сражаться? Паучи-чутье включаем. Вон, я вижу цели. Наконец-то мне дали цели. Так. Стой, надо переключиться. На Q не забывайте переключаться, ребят. На Q, иначе ляпнетесь. Ну, правда, здесь умереть невозможно от падения, потому что пауку не страшны падения. Ага, здесь у нас бандос. Привет, бандос. Что ты будешь делать мне? Как тебе навалять? Как тебе навалять, дружище? На F. Вот так вот. Ничего себе. А на G? Смотри, я его ногой. И вот так паутина. А на T что такое?
Так, переключаемся, и я могу его паутинкой фигачить. О, я его, смотри, что сделал. Круто, круто, круто. Так, мне нужно его убивать. Мне нужно его убивать. Так, я справился с этим заданием. Что, что происходит? Я до сих пор сражаюсь. Я до сих пор сражаюсь. Ребята, а вы что здесь делаете? Это была моя цель. А ну-ка ушли отсюда. Так, мне теперь нужна новая цель. Куда летит мой симбиот? Слушайте, я же сейчас плохой. Вижу. Прыжок. И полетели. Опа. Зажимаем пробел. Прыжок еще один. Прыжок, сказал. Ой, я упал. А, нужно было... Ах ты. Нужно было включиться. Включиться. Буквочку R наверх. Еще наверх. Там сейчас убьют мою цель. Давай наверх. И вот так. Так, стоп. Уже убили. Я не успел. Куда мне нужно прийти, я не понял, потому что мою цель уже, походу, победили. Стрелочка здесь осталась. Давайте еще раз осмотрим город, в котором мы живем. Я хочу поменять костюмчик. Костюмчик мне этот очень сильно нравится, но я же Человек-паук. Симбиот, он же, по идее, отрицательный персонажик, а мы с вами добрый. Хоп, и сюда прилетели. Так, возьмем, друзья, другой костюмчик. Поиграем себе, скажем так. Во, я хочу вот таким быть. О, я не знаю, я добрый или злой. Ребята, пишите в комментариях, кто это такой. Откуда вот этот костюм? Мне он очень сильно нравится. Он беленький, мне нравится все беленькое. Так, жалко, что нет оранжевого костюма. Я люблю оранжевый цвет. Так, вот сюда. Стоп, не падать. Прыжочек. Кого я должен наказывать? Так, стрелочка есть там, но цели красной стрелки нет. Так, ладно, мы с вами что-то сделали. Возможно, нужно сходить опять в пиццерию. Игра свежая, игра очень свежая, она еще не доработана, но довольно прикольненькая. Так, мы прилетели сюда. Прыжок снова наверх пиццерии. Смотрим, цели не обновились. Так, типа сдаем квест. Как бы мы типа сдали квестик, мы выполнили задание. Ничего не произошло. Ладно, идем на полицейский участок. Сюда и... вот сюда. Круто. Нет, физика в игре сделана довольно прикольно. Как в PlayStation... Точь-точь как в PlayStation. Если вы играли, то нет, конечно, разница будет. Там покруче, тут же Roblox. Roblox — это упрощенная версия. Скажем так, пиратская версия PlayStation с паука. И вот так вот, давай. Прыжочек. Нет, ты не упадешь. Паучок, ты не упадешь. Сегодня ты не упадешь, ты в моих руках. Здесь никого нет. Почему стрелочка не пропала? Слушай, может, мне надо в нее пострелять паутинкой? Нет, ничего не происходит. Какая игра атмосферненькая, божечки ты мой. Но я все равно, мне кажется, я остался злым. Мне нужно стать добрее. Так, сюда. Прыжок. Сюда. Могу я притянуться? Оп. Отлично. И в апартаменты свои. Щелк. А что он... А, я могу стать обратно нормальным? Хлоп. И я снова Питер Паркер. Здравствуйте, меня зовут Питер Паркер, я не Человек-паук. Так, давайте мы возьмем Unlimited... Самый стандартный. Давайте вот такой. Вот. Классический стиль. Классический Человек-паук. Одеваем. Теперь я стану обычным Человеком-пауком. Возможно, мне задание дадут. Сзади у меня какая-то букашечка. Так, смотрим. Надо паучье чутье выключить и включить. Тихо. Полицейская станция, везде машины. Игра вообще новенькая, как я уже говорил. Свеженькая. Ничего здесь пока что такого сверхъестественного нет. Но если ее доработают... это будет бомба, ребят. Давайте я на сегодня закончу. Ссылочка на игру, естественно, будет в описании. Если вам нравятся вот такие ролл-плей игры, это прям для вас. Можете поиграть с друзьями здесь на перегонки, погонять. Так. Кстати, здесь такая есть зона, я видел, как бы. Здесь там находятся какие-то штыри по кругу. И можно с ними хорошенько позабавиться. Так, на R. На R. Вокруг них нужно покрутиться. Сейчас я найду эту зону, ребят. Сейчас мы найдем. Где-то она находится... в другом конце города, я так понимаю. Так, ладно, полетели сюда. Выключаем паучье чутье, у нас слишком ярко. Так, здание. Хватайся, паучара. Лечу. Вон, где-то здесь находится эта зона. Вот, там где... А, это зона отсылка к тому, как паук убивал Венома. Я помню. В какой-то, во второй части или в третьей, ребят, напомните мне. То есть можно здесь по этим столбам побаловаться. То есть делаем прыжочек. Вот такой вот прыжочек. И по кругу как бы веселиться так. На сегодня, друзья, я буду заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, жмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр. С вами был тоже Человек-паук. И всем покедова.